Наши производители и разработчики продукта постоянно говорят мне, что я самый трудный человек, с которым им когда-либо приходилось иметь дело. И мне это нравится. Мне нравится это действительно, потому что я бросаю им вызов, ставлю задачи, которые раньше перед ними никто не ставил. Если посмотреть на нашу индустрию, она заполнена продуктами, в состав которых входит много всего хорошего, даже удивительного, но и немножечко плохого. Я отказываюсь верить в эту философию совсем. Почему в прекрасном составе должно быть немножечко плохого? В индустрии пищевых добавок это значит наполнители, добавки, повышающие текучесть, связующие вещества, которые удерживают компоненты в таблетке. Обо всех этих немножечко плохих веществах люди не задумываются и не говорят. Но как можно получать немножечко плохого каждый день и от компании, занимающейся здоровьем? Для меня это просто не имеет никакого смысла. Поэтому мне приходится быть очень строгой. Для меня все должно быть хорошо. Приведу пример. Когда я пришла в компанию, я поняла, что в наших продуктах используется стеарат магния, и я сразу же изменила эту ситуацию. Из-за того, что этот компонент широко используется всеми компаниями индустрии пищевых добавок, его уже воспринимают как норму. Тем не менее, продолжают проводить его исследования. Поэтому я сказала, что если он не так уж хорош для нас, его не должно быть в наших продуктах. Я пошла к производителю и сказала: «Все, мы больше не будем использовать стеарат магния». Он ответил мне: «Диана, его же используют все». А я говорю ему: «Мы можем делать как все, но будем такими, как все, и это неподобающий уровень. Зачем тогда нам это? Я не хочу стеарат магния». А чтобы все было предельно просто и ясно, добавила: «Мы не собираемся использовать стеарат магния». И он парировал: «Нам он нужен как добавка для повышения текучести, чтобы все хорошо смешивалось». Я ответила: «Секундочку, вы просто совершенно не слышите меня. Мы не будем использовать стеарат магния. Нам нужна замена, приносящая пользу организму». «С тобой так тяжело?» Я сказала: «Да, абсолютно верно. И я этому рада». Мы поставили цель и выяснили, что подойдут рисовые отруби. Теперь процесс стал труднее, занимает больше времени. Стало сложнее инженерам, работающим на производстве, но рисовые отруби имеют все сопутствующие факторы, помогающие всасыванию витаминов группы В нашим организмом. Это еда, цельный продукт. И посмотрите, какой он прекрасный. Что звучит лучше, стеарат магния или рисовые отруби? Конечно, рисовые отруби. Потребители становятся все более образованными. И думаю, они поймут, чем мы отличаемся от других. Меня спрашивают: почему мы накручиваем лишние километры? Почему я импортирую циолит из Европы, экстракт виноградных косточек из Италии или гриб из Японии? Зачем нам все эти проблемы? Потому что моя работа — найти самое лучшее. Я знаю, что наш циолит самый лучший. Он защищен двумя патентами. Вы об этом знали? Я знаю. И утверждаю, он самый лучший. Я знаю, что экстракт виноградных косточек тоже самый лучший. Если мы придерживаемся высоких стандартов, то у нас будет золотая печать качества. Мы даем гарантию качества людям, а значит, я буду продолжать делать свою работу, не принося в жертву самое главное – сырье. И вы почувствуете разницу. Мы уникальны. Мы делаем жидкое питание. И если другие используют консерванты, мы от них отказались. И это легко, поверьте мне. Моя жизнь была бы намного легче, если бы я не придерживалась этих ценностей. Делала бы как все и платили бы за это меньше. Консерванты и химические добавки — не наш путь. И я этого делать не буду. У нас в продуктах все только полезное. И никогда ничем вам не навредит.